Ворожого м'ячного центру. Удар! Гол! Гол! Антон Сорок відкриває счет матча. Сборная Беларуси уже во вратарскую площадь. Открыли пространство для Бурко. Тут заброс на дальний штраф. Уважаемые телезрители, в разгаре 20-й тур чемпионата хозяева в черно-белом, гости в привычных желтый неон. Очко из Баранки уехали из Гродно. Матвейчик. Селява Балалович. И Бакай будет бить поворотом, но нет, офсайд зафиксировал помощник судьи. Хороший удар, 1-0, Зоки! На 12-й минуте счет открывается. Зоки отлично пробивает поворот, его просто расстреливает. Торпеда 1-0, вот так Горняки открывают счет в этом матче. После углового, казалось бы, там Игорь Бурко не мог выручить. Только чудо могло спасти. 1-0, гости вышли вперед. И вот Куваджа уже может. Может Куваджа сделать все для того, чтобы Торпеда сравнял счет. И это будет пенальти. Да, подумав, главный арбитр Дмитрий Доля посоветовался со своими помощниками и назначает 11-метровый удар в сторону ворот Шахтера. Вот так. Еще актерской игрой нападающего Торпеда. Но мы сейчас смотрим за исполнением 11-метрового удара. 1-0. 1-1. Прошу прощения, Тамуэла сравнивает счет. Через 2 минуты Торпеда сравнивает счет. 1-1. Вот так. Воспользовались Горняки тем, что динамовцы очень много. И Бако опять забивает и вновь из положения вне игры. Никак албанец не может уследить за линией защиты. И уже второй мяч за эти 24 минуты от Элиса Бакая. Но второй офсайд. Бакай на Зоке. Мяч летит. Показалось ворота, но нет. До конца первого тайма. Пока что мир, но вот ошибается Василий Влаптев. Будет бить поворотом, бьет, очень хлесткий удар, но мимо ворот. Возможно, поторопился, бежал уже первому тайму. Итак, уже Баланов, еще мяча, хорошая домашняя разыгровка Ковалева, и это, по-моему, пенальти. Второй пенальти. Бакай. Итак, бьет поворотом. Гол! 2-1. И все-таки Бакай забивает. Но было бы несправедливо, если бы Элис не отличился в первом тайме. Это уже третий мяч в этом тайме. Но 2 из положения вне игры. И вот пенальти и гостей. Офсайды 3-1. Также руководит командой Сергей Ташуев. Шахтер в атаке. Бурко. И удар очень опасный Волановича. Невысокий футболист. Оказался и сегодня. Куаджа. Вот тут уже Лаптев. Лаптев на бока. Бока бьет. Неплохо. Чуть-чуть выше ворот. Но вся мысль
У Торпедо, но пока прервемся. Степанов неуверенно играет угловой. А провел, кстати, Веди. Пока же Шахтер буднично обыгрывает Торпедо. Кривулькин падает, Булькин пенальти будет! Еще одно пенальти. Третье уже в этом матче, 67-я минута. Кривулькин падает, довольно неочевидно. Часть вторая. Помыло, бьет и 2-2. На 67-й минуте Торпедо сравнивает счет. Второй пенальти, второй гол. И вот теперь будет очень интересно. Остается 22 минуты, и Шахтеру необходимо очень усиленно идти вперед. Выиграет без визуально... Может, усилие, Шахтер забивает! Ну и быстро ответ от Шахтера. Кто же может забить? Это, естественно, один из лучших игроков на втором этаже, Денис Лаптев. Выводит Шахтер опять вперед. 3-2. Буквально через 2 минуты после углового первой же атакой. И вот перехват, казалось бы, сейчас будет. Но не получилось. Зоки. А вот у кого получился перехват. Хорошо разыгрывает Зоки и Лаптев. Лаптев на оперативный простор бьет поворотом и мимо. Все-таки...